зажигалку, что-нибудь, все дорогое, все, все нужное. Я сейчас что-то раз... Где тут шиномонтажка ближайшая? Друзья, как вы уже поняли из названия, я собираюсь разыграть PlayStation 4, и сейчас я расскажу, как это сделать. Но для начала давайте поблагодарим того, кто предоставил нам этот комплект. Это один из подписчиков, зовут его Альфа, и именно он купил в прошлом году зимой. Да, тут даже есть чек, кстати, чек я вам не дам. Почему? Потому что я не хочу, чтобы вы сдали эту PlayStation обратно в магазин и вернули за нее деньги. Слишком много будет коварных людей, поэтому чек я, пожалуй, оставлю у себя. Этот человек купил PlayStation в ноябре или в декабре вот 2019 года и наигрался. Немножко поиграл, наигрался, и вместо того, чтобы продавать, он подарил ее мне и сказал: «Разыграй на своем канале, и пусть ее получит тот, кто о ней очень давно мечтал». Именно поэтому, друзья, я вас прошу, если у вас уже есть PlayStation 4, не участвуйте в этом конкурсе. Пусть победит тот, кто действительно хотел бы получить эту приставку, и вдруг так получится, что именно он ее и получит, и он будет безумно счастлив. Там даже открыточка есть от нашего товарища Альфа. Блин, ребят, просто второй раз запаковывал я, поэтому запаковал я ее, походу, не в лучшем виде. Так, о комплекте. Здесь три игры. Forza Horizon, Zero Dawn War, одни из нас. И, конечно же, Детройт. Вот, кстати, чек. Серьезно, парень, 27 декабря. Этой PlayStation чуть больше месяца. 27 декабря был куплен весь этот комплект, и парень очень быстро, к сожалению, наигрался. Так, а вот, собственно говоря, и сама PlayStation, чтобы вы не думали, что я вас обманываю или еще что-то, что это какой-то лохотрон. Вот. Не прошка, слимка, но я думаю, это тоже очень даже крутой и щедрый приз. Также в комплекте, ну, само собой, оригинальный геймпад. И вот такой вот геймпад, который на самом деле был вот этот беленький. Но извините, ребят, я поговорил с хозяином этой PlayStation, который мне ее подарил. И я попросил, можно отжать белый геймпад мне? Он сказал, можно. Поэтому я отжал этот геймпадик и положил свой оригинальный черный геймпад сюда вам в коробочку. Так что у вас по-прежнему будет в комплекте два геймпада, насчет этого не переживайте. И также здесь еще есть вот такая вот интересная вещь, чтобы сразу два геймпада заряжать. Это какая-то, видимо, беспроводная зарядка. Не знаю, что это такое, я даже не распаковывал. Но, наверное, удобно. Ставите два геймпада и сразу ее заряжаете. Фух, ну вроде все. Теперь давай рассказываю, как получить этот приз, как можно выиграть этот приз. Первое, это, само собой, подписка на мой канал и лайк этому видео. Второе, это репост видео по ссылке. Там будет видео по Breakfast, из-за того, что, мне кажется, эта игра очень веселая. Она очень крутая, но ее смотрит очень малое количество людей. Я хочу, чтобы вы сделали репост этого видео в любых соцсетях. ВКонтакте, в Телеграме, я не знаю, где вы сидите, в Фейсбуке, в каком-нибудь, где вы обитаете, без понятия. Но в какой-нибудь социальной сети сделать репост именно этого видео. Не вот этого, который сейчас вы смотрите, а который будет в описании написано. Видео по брекфасту. Также буду рад, если по видео по брекфасту оставите лайкос, мне только плюс. Но это не обязательно. Главное, лайк этому видео, репост видео по брекфасту. И чтобы я знал, что вы участвуете в розыгрыше, конечно же, в комментарии просто что-то напишите, типа, участвую в розыгрыше, хочу победить, надеюсь, мне повезет. Что-то в таком виде, один комментарий оставьте, и обязательно на ютубе откройте общую страницу своего канала. Там есть такая графа «О себе» или «О канале». Там укажите вашу социальную сеть, на которую я смогу тыкнуть и посмотреть, сделали ли вы репост. И в дальнейшем, чтобы через эту социальную сеть я с вами смог держать связь. Давай еще раз пройдемся, чтобы закрепить. Первое, подписываемся на канал и ставим лайк этому видео. Второе, делаем репост видео, которое в описании, по видео по брекфасту.
Третье, под этим видео пишем комментарий любой, участвуя в розыгрыше, какой вы захотите. И четвертое, не забудьте открыть свой профиль и в информации о себе или о канале там укажите ссылку, на которую я смогу тыкнуть, перейти на вашу социальную сеть и посмотреть, сделали ли вы репост, и в дальнейшем с вами связаться, чтобы отправить вам приз. Вы уж извините, что так много действий, можно было, конечно, сделать гораздо проще, просто подписаться на канал и поставить лайк, например, этому видео. Но я очень хочу, чтобы видео по Breakfast увидели как можно больше людей и поняли, что эта игра, ну, она действительно очень забавная, играть в онлайне там круто и весело. Ну и еще раз, ребят, от себя попрошу, если у вас есть PlayStation, пожалуйста, не участвуйте в розыгрыше, дайте попробовать, дайте выиграть другим людям. Если у вас есть третья плойка, да фиг с ним, можно участвовать, но если четвертая, ну пожалуйста, дайте шанс другим. Кто-то мечтает об этой PlayStation всю свою гребаную жизнь, и возможно он сможет выиграть. И представляете, какое счастье будет у этого человека. Да, ребята, еще одно. В вашей социальной сети должно быть хотя бы полгода. Потому что я знаю, сейчас люди могут начать делать фейковые странички в ВК, в Телеграме, где угодно. Давайте не будем. Надо, чтобы в вашей социальной сети было хотя бы полгода, она у вас существовала. Это тоже одно из правил, чтобы не допустить вот этого спама и какого-то обмана. Надеюсь, вы меня понимаете. На этом все. Продолжаем смотреть Dirt Rally 2.0 Rally Cross. Сразу предупреждаю, там будет очень много мата. Вначале я его запикал, дальше я его не запикал. Будет очень жарко, очень сильно подгорит жопа. Поэтому мата там действительно много. Поэтому будьте аккуратнее, если будете дальше смотреть этот видос. Пока. Да, друзья, чуть не забыл. Я понимаю, что очень много зрителей, которые с Украины меня смотрят. И вы, возможно, тоже хотите поучаствовать в розыгрыше. Без проблем, но есть одно но. Тот, кто победит, будет сам оплачивать доставку. То есть, если это по России от 1000, то максимум до 3000 рублей какой-либо службы доставкой, может быть, почта дешевле, кстати, я не знаю, но дольше, то я не знаю, сколько будет доставка стоить на Украину. То есть, вы должны будете, я все сделаю, я все упакую, отправлю, но, извините, доставку вы оплатите сами. Но этот комплект стоит 26 697 рублей, так что я думаю, доставку вы сможете себе позволить. Теперь точно все. Да блять, заебало нахуй. Пошли, идите в очко, блять. А, блять, заебало нахуй. Я ни одну квалу не могу пройти, да ёб твою мать, блять. Ай, блять, да ёб твою. Я не могу. Что это нахуй? Там что, отвалилось еще что-то? А, еще, блядь, колесо отвалилось. Это первая моя квалификация, которую я более-менее удачно прошел. У меня ушло на это 33 минуты, сука. Да, я вкатывался вначале. Ну, блин, я думал, это будет все гораздо быстрее. Я думал, 10 минут не хватит, чтобы катиться в этот трек. Нет, блин, полчаса. А-а-а! Это только первая квала, еще будет вторая, третья, четвертая. Вы увидите четвертую квалу, полуфинал и финал. Но это не так все просто делается. И то я далеко не на первом месте, а на шестом. Панчер, панчер, где, блядь? Есть, есть, вторая квала есть. Блядь. Да заебали вы, ну. Третья квалификация, наконец-то я стал первым, ребята, я кое-что понял, и сейчас я вам об этом расскажу. Итак, друзья, вот и наконец-то вы увидите сейчас полноценные заезды, добро пожаловать на последнюю квалификацию, дальше полуфинал и финал. Как видишь, машина немножко потрепана, но сейчас мы быстро все починим. В смысле, а чинить даже нечего, вы серьезно, как, если бодиворк не будет работать, как мне тогда хотя бы ее помыть, алло? Ну, блядь, поедем на грязный. Обычно, когда меняешь кузов, какие-то мелкие ремонты по кузову, они как бы моют машину, а здесь не надо ничего делать. И все. Значит, вот на такой вот засратый поедем. Не, ну вы что, реально не помоете? Нет, не помыли. Ну и ладно. Пух-пух-пух, поехали. Пуш-пуш-пуш. Оп. Оп. Идите вы все жопу, я впереди. Вот. Обожаю стартовать, когда ты находишься на крайней левой полосе. Когда ты где-то там на середине, тебя могут
другие тачки зажать, и это не очень приятно. Или с крайней... Или когда ты на внешней стороне... Нет! Черт, 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 черт! Я успел поймать гребаный руль. И я еще одну вещь понял, ребята. К сожалению, здесь надо стараться избегать дрифта. Я могу, конечно, проехать красиво. Бам-бам! Вот так вот, вот так вот, вот так. И еще дальше мог подрифтить, но... Но это неэффективно, к сожалению. Так же, как и в кольцевых гонках, нужно порой этого избегать. Где-то это нужно, где-то нужно прям закладывать как надо, а где-то нужно избегать такого вот этих дрифта. Вот так вот все очень просто. И когда я это понял, я, скажу вам честно, поехал немножечко быстрее. Вот это вот сейчас была моя ошибка, кстати говоря. Так, я достаточно оторвался, давай попробуем... Давай попробуем на Джокере, это не было ни хрена быстро. Так, 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 чувачок. Чувачок, найду я где тебя обогнать-то, а? Ой, ой-ой-ой-ой, вот это дернул я ручничок. Ну давай ты, блядь, поторопись, ты серьезно, ты же, блядь, на своем пыжике. Вы же меня в прошлом выпуске со своим дружком меня чуть не изнасиловали там. А теперь он что-то не едет, ни хрена, это чья запчасть? Чья это гребаная запчасть? Ой, нет, идите вы в сраку. Нет, 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 нет. Дайте я останусь здесь. Не трогайте меня. Отлично, отлично, отлично. Я держусь. Давай, поехали. Газуй, 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 газуй. Мы немножко отстали. Мы немножко отстали от чувачка. Но он еще не был на Джокере, ну и вряд ли мы его догоним, честно говоря. Он уехал, ну, супер куда-то далеко, ты посмотри. Даже он успеет и на Джокер попасть, а мы еще будем его догонять. Потому что я с этим Пежо тут подзакусился и очень долго выяснял отношения. Последний круг. Пущ, 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 пущ. Но, к сожалению, время... Ой, время. Позиция здесь далеко не самое главное. А куда важнее здесь общее время. И боюсь, в этот раз мы не будем блистать на высоте. Да, вон он, вон он, вон он. Потому что, опять же, скажу, на втором круге или на третьем, когда я там выезжал из Джокера, очень много времени мы потеряли в этой гребаной борьбе. Так что в следующем полуфинале я, наверное, на Джокер... Ой! Ой-ой-ой, ты чего, блядь, утворил-то, а? Ты чего, блядь, удумал на последнем круге-то? А, и зачем я на третий переключал? Там осталось до финиша пару метров, я зачем-то на третью передачу. Ну что скажешь, лайк этому видосу, а? Нет, ничего он не сказал. Обычно такая, типа, зашибись. 2.58 общее время, хотя на первые две квалы я ехал 2.55. То есть 3 секунды, 55, 56, 57, да, 3 секунды, я правильно посчитал, я где-то просрал. И общее время 9 я. Но по очкам мы с вами на третьем месте, а это значит мы приходим в полуфинал. Кто не знает, первые 12 человек проходят полуфинал, все, что ниже 12 места, вот эти вот 8 неудачников идут мимо. А вот уже и полуфинал, 6 участников, первые 3 проходят дальше финал. Давай, давай, поднастройся, как мне нравится сочетание оранжевого и черного. И опять хорошая позиция на старте. Главное вот этот миган дернуть. Не смог я его дернуть. Ты посмотри, какой... Какой шустряк-то, а? А, вот тут я был побыстрее. Воу, 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 воу. Чувак, толкаешься, да? Смотри, какой говнюк. Оп. Да, ребят, 6 кругов, не 4. Здесь уже 6 кругов. Ой, как это было близко, я штаны навалил, черт! Нет, ну я зрелище ради могу сейчас уехать на Джокер. Ой, черт, теперь точно на Джокер, потому что я очень плохо попал в тот поворот. Вот и все, на каком мы месте? Пущ, 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 мы на третьем, но эти ребята не были еще на Джокере. Если буду третьим, значит я выйду в финал. А это все, что мне нужно. Блять. Пиздец! Ой. Ой, дурик, а. Ну что ты наделал-то, а?
А смотри, вон там вот фордец-то что-то не починили. Как будто он вообще аж перевертыш, у него аж крыша какая-то мятая. У меня уже рука левая, уже болит, блин. Я вот, по сути, только ей рулю, потому что правая постоянно на коробке. Оп! А-а-а, какой отличный старт! Не то, что в прошлый раз, на прошлой попытке. Не, все, я тут больше не буду тупить. Все, 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 вот так вот надо прижиматься. Окей, смотри, как... Хорошо-то как! Давай, 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 подай газку. Блин, как они тут... Вот, вот, есть повороты, где они тупят, а есть, где они прям очень сильно со мной сближаются, как вот тот поворот. Я вроде бы там еду, что есть мочи, но они так быстро меня там догоняют. Так, здесь, 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 тихо, тихо. Ой, ошибка, уже уехал слишком далеко, меня вынесло. 48, ну нормально, для первого круга 48 это нормально. Не люблю, когда вот так происходит здесь. Не люблю, когда меня так сильно выносит на внешку. Вот лучше проходить, как это было на первом круге. И вот это место я тоже ненавижу, потому что очень плохо... Ох ты, пиздюк! Сосок ты! Ёбаный ты салоне, пиздец тебе! Это чё было такое, а? Ты, блядь, не в КТС играешь, иди сюда! Кап... Не-не-не-не-не, я этот... Так, на самотек не пущу. Да блин! Серьезно, 43 секунды. Да блин, опять! Да как же он так хорошо выходит на эту прямую? Ты посмотри! Выезжает на прямую и тут же отрывается очень далеко. Он как-то умеет сюда выехать. Красиво. Ой-ой-ой, близко очень. Не, ну козел, отстал, оторвался и все, и что-то мне уже не догнать. Не-не-не, что-то я не так делаю в этом повороте, ты посмотри, каждый раз он тут уходит, все дальше и дальше. Вроде едем в одном темпе, потом доходим до этого... Да заткнись-то, я знаю, что мне на Джокер надо не пизди. Доезжаем до этого поворота, и он просто от меня там уезжает. Вообще, есть кто-то еще, кроме нас? Почему только мы вдвоем здесь с ним боремся? Давай, 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 давай! Ой, да они вообще где-то далеко! Куда они там все пропали? Серьезно, никакой конкуренции, только мы вот с этим чувачком. Но ничего, в следующем заезде я с ним поборюсь. Хрен бы я его пущу вперед. Это пусть знает, это у него грязная победа. Что такое? У меня отключился ручник, извините. Хорошо, что он в последний момент отключился. Там штекер отсоединился. Ну, ладно, второе место, в принципе, неплохо, но... Блин, ну это охренеть, он проехал быстрее, чем мы. На 4 секунды. Это вот овер до хера. Это последний заезд, и... Какая у нас стартовая решетка? Рено Меган, Пежо, Ауди, Рено Меган, Рено Клио. И только один пыжик, и, кстати, главный претендент на победу как раз тот чувачок на Рено Мегане. А вы мне говорили в прошлой серии, что... Французы говно, Меган тяжелый, вот мини-купер легенький, поэтому такой поворотливый, а вот и нифига. Хотя вот этот Пежо может нам надрать зад. Блять, не люблю я, когда я так широко, видишь, здесь... Да чё вы не чинитесь, чё ты не... Да нахер. Агрессия, максимум агрессии. Никого не пускаем, никого не пропускаем. Да-д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 а! Блять, на нас тебе манда, блять! Нет. Нет-нет-нет. Давайте положим этому конец. У меня стрим через полчаса, даже через 25 минут. Пасса это Корса Капельсиона, а я тут в ралли наяриваю. И я, конечно же, не успею подготовиться, а потом будут на стриме говорить: «О, опять он едет как рак!» А мне еще и покушать надо успеть. Блядь, да блёстки! Жалко, ебать, чё-нибудь, всё дорогое. Я знаю, что на Джокер поедет, да? Я поеду на Джокер.
Че, наебщики что ли? А че, на Джокер никто не поехал? На прошлой же гонке он ехал на Джокер. Почему так? Где эта шиномонтажка ближайшая? Да блядь, что это было-то? Че, это кто? Блядь, кто мне по жопе сейчас врезал? Давай, а? А? Я первый? Да, черт возьми, я первый. Выебу я его. Да, блядь! Просто... Да блядь! Я сейчас что-то разъебу нахуй. Спокойно, спокойно. Пусть люди знают, я не хотел опаздывать на гребаный стрим, но я ничего не могу поделать, я не могу проехать последний, сука, заезд. Да ты чё, охуел что ли совсем, а? Ну это чё, блядь, было?
все, я больше не могу, ребята, это максимум. Я бы хотел побороться за первое, но это вообще не вариант. И, конечно же, на первом месте я помню этого чувачка Марклунд из Швеции, блин, на этом Рено Меган РС, блин, на такой же тачке, дернул меня, вообще не догнать. Фу, наконец-то это, сука, кончилось. Уже 6 минут, как я должен начать стрим. Я его перенес на полчаса, надеюсь, вы на меня там не сильно гневаетесь. Ну что ж, друзья, второе место, и здесь я бы сейчас вам должен был рассказывать, призывать вас подписываться на канал, ставить лайки, делиться этим видео. Но, ребята, у меня нет на это времени, мне надо срочно бежать и проводить этот гребаный стрим. Следующая страна у нас где? Я вам сейчас скажу, что мы потом в Бельгии будем кататься. Надеюсь, может быть, там будет немножко попроще, потому что мне в Абу-Даби было достаточно просто кататься, но вот... В Испании что-то в этой Барселоне-Каталуне было совсем как-то не очень. Все, ребят, пока.